Представитель кабинета министра сообщил нам о том, что я резко с ним выходить не собирается. Уважаемые плачки, я больше кричать уже не могу и призывать. Если вы не будете исполнять указания оргкомитета, мы превратимся в толпу. Пожалуйста, инициативной группой было принято решение подчиняться оргкомитету. Оргкомитет решает вопрос. Если вам говорит оргкомитет, необходимо срочно подойти туда, вы должны все подойти и стоять. Пожалуйста, подходим все к ограждению кабинета министра Украины. Мы требуем Наталью Ярецкую, которая должна выйти и гарантировать нам рассмотрение нашего вопроса. Максимально все вкладчики подходим к ограждению кабинета министра Украины. Поднимаем плакаты и требуем выйти Наталью Ярецкую. Клерк кабинета министра заявил о том, что с минуты на минуту начнется заседание кабинета министра. У нас последний шанс призвать власть выполнить свои обещания. Я резко! Там прыгай нормально, я не могу, с двумя руками.